Поехали. Поехали. Хорош, наверное. Хорош, наверное. Пока. По-моему, не знаю, слаб убралась, не убралась, но как-то так пока. Ну не надо, давай передок, а потом мы лучше опустим лапы вниз. Так, погнали на ту сторону. Юра, иди сюда. Саня, так зайди чуть-чуть, чтобы обе подушки было видно. Ага, вот так. Поехали наверх. Чекай. Зверски идет. Ну смотрите, слаб убралась, не убралась. Ну, в принципе, как бы какой-то перекос есть. Нет, не убралась, что, убираем или пусть лучше на лапах стоит? Подкачивай выше еще. Не, мне кажется, лучше подкачать, потому что мы как лапы уберем, потом вот так сделаем. Смотрите, кто-то за лапами там. Спереди отрывались, поотрывались. Отрывались? Ну да, я засниму этот момент. Видно? Нет. А, так с этой стороны нет, а с той да. Где-то перекос пошел. Ну да, вот я смотрю, что та подушка. Тут уже я говорил, и Серега говорил, что да, она перекачивает вот с одной стороны на другую. Что про подъемник говоришь, Серега? Уже, потому что она уже стоит на этом. Ну, надо пошатать трошки. Пошатать. Да, она уже, видишь, пошла на ту сторону. Там на лапу. Блядь, чтоб не получилось, сейчас только там нагибаешь, то сжимается этот как. Да. Хотя не получится. Хотя может получится что делать. Тут как раз оно и друг друга перекачивает. Ну, опускай, Юра, плавно только. Юра, опускай. Лапы? Плавно, нет. Подушки спускай. Юра, спускай. Юра, ты Вера, спускаешь? Я спускаю. Саня, свети сюда. Чуть пожирнее спускай. Ну да, поэнергичнее, а то. Давай,